В эти минуты в Черном море начинаются масштабные учения российских войск. Приказ провести их отдал сегодня рано утром главнокомандующий Путин, когда летел с саммита БРИКС из Южной Африки. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это внеплановая проверка. В учениях примут участие около 40 кораблей, которые базируются в Севастополе и Новороссийске, а также военная авиация и воздушно-десантные войска. Песков отметил, что Россия не уведомляла своих партнеров о начале учений, поскольку в них будет задействовано менее 7 тысяч человек.